Итак, класс, скоро Новый год, и нужно уже готовиться к новогоднему концерту. Концерту? С Дедом Морозом и Снегурочкой? Ну а как же без них? Ну и как всегда, Дедом Морозом будет географичка, а Снегурочка наш физрук, да? А чем вас физрук уже не устраивает? Могу я в Снегурочку нарядиться? А давайте в этом году вместо скучного новогоднего концерта проведем новогоднюю костюмированную вечеринку с квестами, челленджами и дискочевом. А что, можно попробовать. И какую это придумаем тему вечеринки? Какую? Каждая новогодняя пати такая. И самое главное, найти себе самый обезбашенный костюм, который только можно, чтобы удивить всех. Представляю, как Снегурочке будет сложно. А за Деда Мороза я не переживаю. Лидия Степановна справится. Это точно. Детки, совсем скоро уже Новый год и новогодний утренник. А подарки будут? Конечно. А Дедушка Мороз придет? Конечно, придет. Тогда я не приду на утренник. Почему? Я его боюсь. Лилечка, да ты не переживай и не бойся. Дедушка Мороз не может быть одновременно на всех утренниках. Это будет не он, а его помощница. Наша няня Глаша. Ты же ее не боишься? Нет. Вот и отлично. Нужно решить, кто кем будет. Я вам раздам слова, их нужно будет выучить. Ну а когда вы их уже выучите, можно будет приступать и к репетициям. Выбирай, Лилечка, кем ты хочешь быть? Снегурочкой или кошечкой? Никем, я хочу быть феечкой. Но у нас в сценарии нет феечки. Может, будешь Хрюшкой? Еще хуже, я буду феечкой. Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Все мои подружки феи к вам на праздник прилетели. Поиграть с лесным народом, всех поздравить с Новым годом. Молодец, феечка, красивый стишочек, вот тебе подарочек. Спасибо, няня Глаша. Да цыц ты! Ой, Дедушка Мороз. С Новым годом, Шут Бонифатьевич! О, с Новым годом! А ты кто? Я Снегурка Пальто, кто же еще? Ну, это я, конечно, понял, вижу. А из какого ты класса? Я? Ну да. А вы что, меня не узнали? Нет, не узнал. Ага, я понял. Это ты, Сидоров, с 8 А класса и украл у меня из кабинета эбонитовую палочку и ватметр. Вы что, это же я, Диана. Повелась. Да я понял, что это ты, Диана. Не напрягайся. Ну вы шутник. А я такой. Классный костюмчик. А то! Ха-ха-ха-ха!